В области отмечен стабильный рост экономики. Под председательством акима области Крымбека Кушербаева состоялось расширенное заседание по итогам развития области за 2017 год. Один из главных показателей роста экономики – увеличение местного бюджета. Уровень безработицы на уровне 4,8%. С января по декабрь 2017 года создано 13 105 новых рабочих мест. Из них 11 561 – постоянные. Во главе угла развития массового предпринимательства. Небольшие предприятия должны стать драйвером экономики области. Именно на них создается основная масса новых рабочих мест. В целом, с начала года все районы активно приняли участие в реализации программы. Всего по области выдано 442 микрокредита на общую сумму 1 миллиард 860 миллионов тенге. Стабильный рост отмечен и в АПК. Дихкани области собрали рекордные 502,5 тысячи тонны риса. На 18% выросло производство яиц, мяса на 2,6%. Растет поголовье скота. Отправлены на рынки других стран свыше 2000 тонн овощей и бахчевых. Особое внимание социальным вопросам. Новые дома строятся, но очередь на жилье по-прежнему остается длинной. Не у каждого есть возможность внести первоначальный взнос. С учетом этого в области разработана беспрецедентная программа жилищного строительства «Орда». Мы, да, вот эту программу «Орда» револьверным методом 2 миллиарда тенге делается для того, чтобы в течение 3-4 лет снять проблемы этих людей, чтобы им стало действительно доступно жилье. Также руководитель региона поставил задачу в текущем году обеспечить все райцентры газом и чистой питьевой водой. Мы должны в этом году Жусала, Жалагаш, Теремузек подать газ. Эту задачу мы должны решить. Развивается дорожная инфраструктура. Так отремонтировано 216 километров дорог на 9 миллиардов 730 миллионов тенге. Ведутся работы по внедрению электронной билетной системы на общественном транспорте. Планируется закуп еще 10 новых автобусов. Кристина Алмасқызы, Талғат Сыдыков, Досхан Сатпа, телеканал Кызылорда.